твою пляшу может быть. Вечериночкой, идем тропиночкой, утальяночкой, с балалаечкой. Балалаечкой своей я тебя приворожу, на твою гармошку, родушку я ленту привяжу. Лента алая развивается, гармонь поет, заливается. Сегодня мы принимаем в гостях замечательный коллектив «Калужская тальянка», который помогает нам проснуться, взбодриться, набраться нужным настроением. И все это неспроста. 28 июля мы приглашаем вас в парк культуры и отдыха, где откроется уже в четвертый раз фестиваль народных ремесел «Калуга ремесленная» имени Владимира Никаноровича Ракова, который является основателем Дома мастеров и коллектива «Калужская тальянка», который сегодня просыпается вместе с нами. Доброе утро! Здравствуйте все! Доброе утро! Поздоровались. А кроме того, сегодня в студии Наталья Разоренова, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения городского досугового центра. Здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель ансамбля «Калужская тальянка» Елена Балакирева. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, как красиво с вами становится в нашей студии. Просто потрясающе. Да давайте про события, которое нас ждет впереди. Какая главная цель, какие задачи, что вы хотите донести для людей, которые придут в парк культуры и отдыха 28 июля? 28 июля, как вы уже сказали, состоится четвертый открытый фестиваль народных ремесел Калужской области имени Владимира Никоновича Ракова «Калуга ремесленная». Для нас это очень такое большое событие. Цель и задача Дома мастеров – познакомить калужан, и не только калужан, и гостей города Калуги, с народными промыслами Калужской области. Ведь раньше в Калужской области насчитывалось более 130 различных промыслов и ремесел. К сожалению, многие ремесла уже ушли в небытие, и подрастающее поколение, они не знают, что это такое. Вот на таком фестивале они могут не только посмотреть, что это такое, ведь народными промыслами мы жили, наши предки жили, не только посмотреть, но и самостоятельно попробовать сделать что-то своими руками. То есть окунуться и погрузиться в мир, в историю наших предков. Вот. Дом мастеров он остается центром сосредоточения этих ремесел, которые хранятся в нашем городе, как минимум, но является еще и визитной карточкой нашего региона. Вот вы знаете, к нам приезжает очень много краеведов с разных городов. И вот они говорят, что в каждом городе есть какой-то вид промысла, да, вот, ну, не очень такое большое. А в нашем учреждении, в Доме мастеров, собрана большая коллекция, можно сказать, что, ну, больше 20 промыслов и ремесел в одном учреждении, что очень радует. Частную коллекцию как раз вот оставил Владимир Никонорович Раков. Это его коллекция, которую он собирал на протяжении долгих 30 лет. Поэтому и фестиваль мы создали имени в памяти Владимира Никоноровича Ракова. Вот он оставил большой такой центр в традиционной культуре. Сохранил, и вот наша сейчас задача сохранить и популяризировать вот то, что он оставил. Раз уж мы заговорили о Владимире Никоноровиче, я слышал, что он был человеком открытым, жизнерадостным, олицетворением праздника. Как так сложилось, что он был у истоков основания коллектива? Он был не у истоков, а он основатель и создатель нашего коллектива. Впоследствии музея Дома мастеров. Человек разносторонне развит был и очень творческий. То есть ему хотелось сделать много и все успеть. И так как он занимался очень музыкой близко, у него в 40 лет появилась идея создать коллектив, который будет петь русскую песню, потому что народная песня – это душа любого народа. Что нельзя высказать порой словами, мы это все доносим до нашего зрителя своей песни. Не просто так говорят, что человек рождается и сразу поет. То есть крик – это реакция на мир, в который вошел ребенок. И Владимир Никонорович такой был фанат всего этого. Мы стараемся это все сохранять, нести дальше. И хочу сказать, что пока мы все есть, народная песня тоже будет. И пока люди живут на планете, люди будут петь. Это прекрасная мысль, которую мы унесем после сегодняшнего эфира с собой в своих сердцах, я надеюсь. А вот сейчас с нами здесь это основной коллектив Калужской тальянки?
Основной состав, основной вы хотели состав, сказать? Да. Ну, скорее, да, но у нас состав гораздо больше. Угу. Списочный вообще не буду говорить какой. А рабочий состав у нас 15 человек. Угу. 13 – это любимое число Владимира Никаноровича, заговорное, да, наше любимое число. То есть 13 – это вот основа. 15 – это еще больше расширена основа. Люди, которые фанаты, которые с работы бегут бегом в Дом мастеров. Вот сегодня у нас встреча с нашими калужанами и гостями города, с нашими прекрасными зрителями. Приглашаем вас всех на наш фестиваль. А вечером у нас репетиция, мы готовимся к фестивалю. Mm-hmm. Вот до какой степени надо гореть, этим жить. Калужская Толенка – это жизнь. Никто не даст мне сказать неправду. Но своим приходом вы вдохнули эту жизнь, в меня в том числе. А давайте более подробно поговорим о программе фестиваля. Что будет, чем заинтересуют, кто будет представлен на этой площадке? Значит, смотрите, на фестивале вот самое такое основное, мы собираем мастеров. Мастеров мы собираем с различных регионов. К нам приедут из Москвы, из Обнинска, из Брянска приедут. Угу. То есть для того, чтобы познакомить с своим творчеством, с своим ремеслом. У нас на фестивале будут мастера работать как традиционные ремесленники, так и современное прикладное искусство. То есть от этого мы тоже никуда не денемся. Мы идем с вами в 21 век, шагаем, и современные, то есть промыслы, они немножко уже адаптируются на современное, скажем так, поколение. Вот, и от этого мы никуда не денемся, современные технологии. То есть можно будет посмотреть, окунуться как в традиции, так и современное. Конечно же, у нас можно будет увидеть кокошник, который сделан на 3D-принтере, например. Ну, скажем, да, так, да. Ну, что-то близкое. Да. Вот, ну, например, мы с вами знаем плетеные корзинки из лозы, да, а сейчас то же самое есть плетеные корзинки только из газетных трубочек, скажем так. Видите, как они промыслы уже немножечко переконструировались. Конечно же, будет концертная программа, будут коллективы радовать всю концертную программу. Конечно же, будут проходить мастер-классы, будут проходить конкурсы. Кстати, будет проходить конкурс на лучший калужский сувенир, будет проходить конкурс на лучшую частушку. Кто еще не успел подать заявку и жаждет принять участие в этом конкурсе, может быть, у кого-то есть оригинальные частушки собственного сочинения, мы рады видеть на фестивале. Да вы что, мы готовились к этому фестивалю. У нас несколько месяцев назад на радио был конкурс авторских частушек, да. И желающих написать и исполнить было немало. Лена, у вас есть какая-нибудь частушка с собой? У нас их много. Да? Вот Кирилл Юрьевич может продемонстрировать, наш аккомпаниатор, солист нашего коллектива. Кирилл Юрьевич. Ну, вы поняли, что если мы сейчас оставим вам калужскую толянку, у вас целый рабочий день будет очень такой веселый, насыщенный. Оставьте, пожалуйста. Калужская толянка без частушек – это не калужская толянка. Вы знаете про 3D-принтер, хочу сказать. Так. Вот все наши костюмы, они сшиты мастером чудесным, который с нами работает уже более 5 лет, Анной Донцовой. И никакой 3D-принтер не заменит душу мастера. Посмотрите на нас, у нас новый летний комплекс – это ее фантазия. Хочу сказать, что помимо традиционных сценические костюмы, да, сценические, традиционных форм, которые мы будем вкладывать в этот фестиваль, у нас будет дефиле сценического костюма, детские костюмы девичьи, будет парня, женские костюмы показаны. Также будут костюмы из музея Юхновграда, традиционные Калужской области. То есть вот это дефиле, это тоже как бы новая форма. Дальше у нас будет караоке под гармонь, тоже одна страничка на фестивале. Концертная программа, естественно, калужской итальянки и наших гостей. У нас будет гостями такой коллектив чудесный. Мы очень его любим. Вольный ветер. Понимаете, это казачий коллектив. Прекрасно. Все, заинтриговали. Приходите к нам. Мы приглашаем всех поплясать, поводить с нами хороводы, поиграть в старинные игры. Мы зовем и призываем всех любить нашу русскую культуру, плясать и петь вместе с нами. А нам остается только попросить вас исполнить еще один отрывок музыкальной композиции вашей, и мы будем счастливы. Ой, у нас не радостно на дворе, а вот воскресенье будет радостно. Приходите к нам на фестиваль.
Край бережка цветики расцвели, по цветикам батюшка гуляли, 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 ой, гуляли, гуляли. Гуляй, гуляй, батюшка, здорово, сними меня в камушка с белого. Браво!